Всем привет, с вами канал Техномастер, и у нас для вас очередной розыгрыш, и это смартфон Xiaomi Redmi Note 9. Большой экран размером 6,53 дюйма, имеющий разрешение Full HD+, 128 гигабайт встроенной памяти, 4 гигабайта оперативной памяти, 4 камеры, NFC, 8-ядерный процессор MediaTek Helio G85, батарея 5020 мАч. Все это и многое другое в нем. В общем, классный смартфон, и на канале у нас есть подробный обзор на него. Условия розыгрыша простые. Быть подписанными на наш канал Техномастер, оставить комментарий к этому видео. Быть подписанными на нашу группу ВКонтакте и сделать репост записи розыгрыша в нашей группе. Итоги конкурса мы подведем 26 сентября в субботу в 22:00 в прямом эфире на нашем YouTube-канале. Победителя выберем с помощью приложения «Конкурс ВК» в нашей группе ВКонтакте. Конечно же, мы проверим, чтобы победитель выполнил все условия нашего розыгрыша. Если вдруг какое-то условие он не выполнил, то мы в самое ближайшее время еще раз в прямом эфире выберем нового победителя. Участников на нашем канале еще не так много, поэтому шансы выиграть этот приз достаточно высокие у каждого. Спасибо всем, кто уже подписан на наш канал, тем, кто заходит к нам в гости. Мы рады, что у нас уже более 1000 подписчиков. Всем пока и не забудьте принять участие в нашем розыгрыше.